duas coisas, então o cara já não virou pra qualquer coisa, porque tá cheio de peça. Не здесь, это давай эти сосиски.
Дурында. Кто самый шарящий? За кровь, кто кого драл. Что за пух? Интересно.
Иди сюда. Чего? Иди сюда. Я иду. Смотри, что за кровь, по-твоему? Привет. Кого, кошек? Вон. На пол, на этом, на дереве. Подрали. Чего ты испугалась? Не бойся. Прям клоки. Так что еще? Кого ты еще не спрашиваешь? Да. Он сидит. Корно. Не у него ж такая шерсть. Да, вы его мог прятать. Хотя вон лапа как будто в крови. Витая? Как будто, может, кажется. Витая лапа. А нос, смотри, по-моему, да? Вон, вот это интересно, шерсть из... Тоже, наверное, вот кошачья, да? Вот, конечно, шерсть. Прям конкретно. Котики знают, куда идти. Второй котик боится подходить. Там где-то чуть-чуть подальше дадим ему возможность покушать. Там очень боится. Не бойся.
котики боятся любого движения. При этом, как видите, на голос они реагируют индифферентно. Хотя я говорю ровным голосом. Может, конечно, если начать говорить громко, они испугаются. Непонятный маневр. Котик боится любого моего движения, даже самого мелкого.
А ты чего устраиваешь тут? Черный пришел, маленький, да? Отхватит. Реально он повис мне на руке. Что, съедобная лапа, надо есть больше брать. Брать пока дают, да. Что сосиска, что это. Он реально мне царапнул. Иди обработай, может, у него бешенство. Да нет. Он же крутится вокруг себя. Да нет. Крутится? Видишь? Не понимает, что можно еще просить. Страшный котик. Все, по-моему, рожки не тот. Карколапы. Нет, карколапы понятно, но тот совсем пугливый рядом. Иди проси, что тупишь, она говорит, да. Другую придет какая-то там. Боится очень-то. Этого маленького черного я боюсь уже. Черный кот он и на то черный кот. Ты не давай ему руку, сейчас тебя цапнет снова. У него бешенство может быть, ты тут, блин, царапаешься. Все. Видишь, он крутится. Какая толпа. Будем кормить котиков свежевыловленной рыбкой. Так, сейчас. Так. Тебе. На. Ты давай. Тебе. Да, тупица ты мелкий. Тупень, бери. Черт белый, давай. Ну, все. Все, закончилась рыба.
Только кусать меня не надо. Так, вот у нас рыба. Какая мерзость. Ешь. Единственная кошка, которая дает себя погладить. Мурлычешь, хорошая киса. Ну все, мне пора.